столице прошло мероприятие, приуроченное к старту продаж коммерческих помещений на территории торгового квартала «Альфраганус» от компании «Безнинг Уйляр Девелопмент». Гости торжества смогли ближе познакомиться с проектом при помощи видеопрезентации, узнать его преимущества и просто приятно провести время. Ведь церемония состоялась поистине зрелищно и масштабно. Атмосферу будущего центра, досуга и шопинга приглашенные смогли ощутить также на месте. Удалось это благодаря установленным в холле макетам магазинов, салонов и кафе, которые заполнят улицы первого на территории Центральной Азии торгового квартала под открытым небом. Это самый крупный проект в Центральной Азии. Открытый молл в проекте «Альфраганус» 507 магазинов площадью от 32 до 3244 квадратных метров. Согласно прогнозам экспертов из компании Knight Frank, посещаемость проекта составит 210 тысяч человек в неделю. И это далеко не единственное условие для ведения успешного бизнеса, которое предлагает «Альфраганус». Подробнее о подразделении проекта «Альфраганус Academy» с нами поделился его генеральный директор. «Альфраганус Академия» — это новое направление, которое будет развиваться в Узбекистане и очень востребованное в нынешний период. Да? Это именно направление по управлению недвижимостью. И наше подразделение «Альфраганус Академия» будет заниматься и предлагать инвесторам выгодные предложения, именно готовый арендный бизнес, то есть готовые магазины именно с арендаторами готовыми. И как инвесторы, им будет это очень выгодно. С одними из первых арендаторов Urban Group и Union Space уже на мероприятии были подписаны меморандумы о сотрудничестве. В торговом квартале «Альфраганус» реализовывать свою продукцию будут как местные ведущие бренды, так и те, что имеют популярность на мировой торговой площадке. Создание условий для ведения бизнеса, учтены интересы и отечественных, и зарубежных арендаторов. Для большего удобства в посещении центра, досуга покупателями, торговый квартал имеет 6 входов на территорию, 1500 автомест, свыше 1,5 километров протяженности прогулочных аллей. «Альфраганус» никого не оставит в обиде. Торговый комплекс удовлетворит пожелания всех сторон, подчеркивают представители компании «Безнинг Уйляр Девелопмент». Дополним, что информативный вечер скрасили выступления артистов узбекской эстрады, а также танцевальное шоу-программа в исполнении балетной группы.